Привет, это обзор российской фантастики «Звездный разум» или проект «Джимини, как тебе больше нравится». Отличная картинка, жаль, что такое уже было. Ты, наверное, можешь подумать, что кто-то переснял фильм про Чужого, который поселился на межпланетном корабле «Прометей», но это не так. Это российская фантастика с оригинальным сюжетом. Здесь девушка, гуляя по коридорам, вляпалась в какую-то слизкую жидкость. А что тут такого? Она одна на 10 мужиков. Не переживай, я не пристаю. Что это? Это Оскар в кармане. Неужели ты подумала, что фонарик? Очень странный экипаж. От него чего угодно можно ожидать. Внизу все в его слизи. А на первом уровне пробоина. Что нам теперь делать? А что делать? Муравью хуй приделать, что делать? Мужчина завел девушку в лабораторию, где она впервые повстречала существо, которое захотело в нее проникнуть. Но только из-за того, что логика — это сильная сторона этого фильма, мужчина вытолкнул ее и остался один на один с монстром внутри. Девушка очень испугалась, что заразилась неизвестным вирусом и побежала искать помощь, но она даже не успела ничего объяснить, прежде чем в дверь постучалась внеземная форма жизни. Фильм постоянно держит в напряжении, чувство затянутости не покидает ни на секунду, бессмысленные хождения по коридорам и пещерам. Главная особенность этого кино. И все это под звуки сопения или непонятного треска, что, кстати, один из немногих плюсов. Звук и картинка сделаны действительно хорошо, вот с мотивацией персонажей и логическим объяснением ситуации все намного хуже. Фильм идеально подойдет для просмотра в кинотеатре, где ты сможешь им по полной насладиться, а если надоест, то внутренний голос тебе скажет: «Сиди, сука, ты заплатил за сеанс!» Ты такой сидишь и думаешь, а кто же останется в живых? И что это вообще за люди на экране, как их зовут? Странно, ведь в начале фильма что-то про них говорили, или не про них, или это был другой фильм. Стив, у нас будет ребенок. А ты еще кто такая? Ты не член экипажа, про тебя вообще за весь фильм ни слова не сказали. Очень сложно делать обзор этого фильма. С одной стороны, я понимаю, что это научная фантастика, художественная интерпретация, происходящая в альтернативном мире. С другой стороны, в нем поднимаются актуальные вопросы, что все дебилы. Где это мы? Неизвестный вирус уничтожает биосферу Земли, начавшиеся природные катаклизмы размораживают пещеру, которая миллионы лет скрывалась подо льдом, где ученые обнаруживают наскальные рисунки. Или сферу неземного происхождения, какая разница, это несущественно и не влияет на сюжет. Изучив ее, приходят к выводу, что она может помочь населению найти новое место жительства за пределами Солнечной системы в далеком космосе, даже не боясь привести этот разрушительный вирус с собой. Несколько мужчин и чуть меньше женщин готовы на все, чтобы человечество не погибло. Им придется преодолеть сотни световых лет, чтобы доставить какую-то сферу на какую-то планету, ну и там их ждут сюрпризы. Я не буду стесняться, и некоторые кадры буду вставлять из другого фильма, а ты попробуй определить, где оригинал, а где копия. Мне очень сложно сосредоточиться и забыть события фильма «Прометей», что своего рода тоже прорыв. Фильм получился неплохим, особенно ближе к финалу. Он пошел по своему пути. Борьба за человечество в двух измерениях одновременно. Конечно, есть и альтернативный план. Участники экспедиции, одна девушка и 10 парней, могут остаться там и размножаться, заселяя новые планеты людьми. Но это фантастика. Так же, как и планы менее прогрессивных ученых изучать и бороться с вирусом, не покидая планеты. В момент запуска варп-двигателя происходит непредвиденное. Малоизученные неземные технологии дают сбой, заражая программное обеспечение цифровым вирусом, который испортил систему навигации, открыв межпространственный портал не туда, куда предполагалось. Мне очень понравилась эта идея, где из формулы путешествия убираем время, остается только пространство, и получаем практически моментальную телепортацию до пункта назначения. Вот только здесь все пошло немного иначе, из формулы убрали пространство. Мы вошли в четвертое измерение, но как будто двигались по недоступной оси координат, а потом выскочили обратно в трехмерное пространство. Подготовленный экипаж, оказавшись в экстремальной ситуации, ведет себя соответственно, обвиняя друг друга и плача. Именно им была доверена миссия по спасению человечества. Такие действия вообще не вызывают вопросов. Так же, как и устройство корабля, где один и тот же человек отвечает за все, что только можно, и может допустить ошибку, которая приведет к неисправимым последствиям. Когда командир его отстраняет от обязанностей, он тихо, спокойно открывает шлюз и выходит в открытый космос без скафандра. А почему бы и нет? Подумаешь, решил проветрить помещение. Сфера открыла портал рядом с неизвестной планетой, которая очень заинтересовала капитана. Опять логика где-то рядом. Дрейфуя в космосе на сломанном корабле, вместо ремонтных работ, он решает спуститься и начать терраформировать планету и привести на нее всех людей, потратив на изучение чуть больше 10 минут. Вот это скорость принятия решений, которой можно только позавидовать, я только не понял. Решение было принято исходя из того, что планета идеально подходит для терраформирования. Но как другие корабли должны повторить прыжок, если никто не знает, где они находятся, и
нет связи с землей, а за окном белые точки на черном фоне. Невероятно красивое зрелище, никак не помогающее определить местоположение. Состыковавшись с планетой, капитан в первую очередь решил найти пещеру, чтобы отложить там сферу, но сканеры начали сбоить, показывая какие-то странные показания. Специалисты не понимают, как такое может быть и что это значит. Сфера начала создавать атмосферу, но не совсем такую, как ожидалось, она поменяла настройки и начала окисляться. Служба безопасности корабля напрягло то, что руководитель проекта скрывал ото всех важную информацию, что послужило причиной его отстранения от командования. Опять же, вот тебе и раскрытие персонажей. Когда все решения принимаются единолично, без споров и диалогов, непонятно, у кого какой характер. У тебя нет права принимать такие решения. Я буду поступать так, как считаю нужным. Великий манипулятор манипулирует чувствами экипажа, нарушает распоряжение и возвращается туда, куда идти не хотелось бы. Два мужика идут в пещеру, где обнаруживают, что там создается иная форма жизни, не такая, как на Земле. Но самое интересное будет в финале, окажется, что они вообще никуда не летали. И неизвестная планета за окном действительно не худший вариант для развития на ней земных форм жизни. Вот только нужно подождать 4 миллиарда лет. Что очень странно, ведь следы биомеханических созданий не было найдено, а по сюжету фильма, именно благодаря им, и зародилась жизнь, наплевав на эволюцию и бога, а на борту корабля погибли все женщины. Так что, как появились люди, до сих пор остается загадкой. Нераскрытая и романтическая линия истории влюбленных, которым суждено многое пережить. Что, например, они успели пережить за одну минуту экранного времени? Он подарил ей браслет и улетел покорять другие планеты, а она беременная осталась на Земле проводить эксперименты. История Стивена и Эми выжмет слезу даже из камня, красиво и трогательно. Как они познакомились, откуда она взялась, какая разница? Она просто есть, и это факт. Согласен, что довольно романтично, что Стивен отправил послание Эми с недостающими ей данными, точно зная, что они уже никогда не встретятся, точнее спустя 4 миллиарда лет после смерти Стива. Появится другой Стив, который передаст это послание Эми, даже не догадываясь, что это послание от него. Вот честно, я не плакал, когда думал об этом. Если попытаться сделать итог, то фильм неплохой, только персонажи не запоминаются совсем. Я посмотрел фильм и до сих пор не понимаю, зачем они были нужны и сколько их было изначально на корабле. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, твоя поддержка очень нужна, особенно сейчас. И не забудь оставить в комментариях свои пожелания, например, обзор на какой фильм ты хотел бы посмотреть.